Это самые веселые игрушки для детей. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием FNAF 6. Нет, серьезно, это не шутка, это FNAF 6. Скотти решил внезапно выложить FNAF 6, и как раз вовремя, потому что я сегодня хотел посесть позаписывать видосики. Так что, если ты вдруг успел отписаться из-за того, что я редко делаю видео, самое время вернуться. Самореклама 100-500 уровень. Короче, поиграем сегодня во FNAF 6. Я читал в комментариях в Стиме, что людям понравилась эта игра, так что это отлично. И некоторые люди спрашивали меня, типа, почему ты не делаешь никаких теорий по FNAF-у? Не о чем особо было рассказывать. Я знал о том, что на сайте Скотта там были перемены. Я все это знал, поверь мне, я все это знал, я за этим слежу. Но сейчас меньше разговора, больше FNAF 6. Какие-то дети, это обычная игра, знаешь, обычная мини-игра, в которой нужно сделать свою пиццу. Я сделаю свою пиццу совсем, больше всего, больше счастливых детей, это отлично. Вот смотри, какие эти дети радостные, они очень счастливы, я должен их кормить пиццей. Окей, на тебе пиццу, мне нравится, что я буквально кидаю эту пиццу в лицо. Вот тебя, вот тебе пицца, я пиццей как сюрикенами раскидываюсь. Интересно, как таким образом я бы кормил их супами? Я бы им также тарелку с супом просто в хлебальничек закидывал, да, наверное? Ой-ой-ой, у меня уже башня из этой пиццы. Вот и тебе пицца, маленький Джимбо. Вот и тебе пицца, маленький Вася. Вот и тебе пицца, Тимофей. Вот и тебе, вот еще раз на Тимофей. Вот и тебе пицца, я не знаю, Борис. Оу. Здорово! Вот и тебе пицца! А, нет, ты не хочешь пиццу? Он просто останавливается, когда есть пицца. Пицца его останавливает. Окей, на еще одну пиццу, я не против. Я, кстати, так понимаю, это чем-то похоже на FNAF 2, да? Где мы должны были кормить детей кексами, а здесь мы кормим детей пиццами. Причем кидая их с расстояния, как пицца-сюрикены. Я не против. Если бы меня приняли на работу, где нужно кидать сюрикенами из пиццы в детей... Хотя не конкретно в детей, в людей просто. Я пошел, а почему бы и нет? Ты делаешь людям приятно, ты кидаешь в людей пиццами. Тебе приятно, им приятно, все отлично, сюда иди. Вот так, вот на тебе пиццу и... Отлично. Мы прошли? Оу. Оу. Пицца все! И тебе черную пиццу, и тебе черную пиццу! Жиза, знаешь, жиза. Работаешь ты такой в ресторанчике, и херак, все превращаются в черных медведей. Привет, бэйби. Как твои дела? Чем мы тут сидим? Пивасик будешь? А, нет. Еды будешь? Пиццу хочешь? В лицо могу кинуть. Begin tape. Leaving dead space. 3, 2, 1. Начало записи, заканчиваем 3, 2, 1. Мы хотим проверить, как аниматроники реагируют на звуки. If you are playing this tape, that means that not only have you been checking outside at the end of every shift, as you were instructed to do, but also that you have found something that meets the criteria of your special obligations. Если вы слушаете эту запись, тогда вы нашли, наверное, что-то подозрительное и хотите это проверить. Document response times. Проверьте его, и после этого сваливайте отсюда, закрывайте дверь и никогда не возвращайтесь. Начинаем через 3, 2, 1. А можно нет? Можно как-нибудь это остановить? Вы хоть не оружие бы дали. Палку, копье, катана на всякий случай злого. Ладно, возможно, на видео, конечно, это не выглядит так страшно, но... Играть в это стрёмно. Особенно, когда ты не знаешь, что может произойти. Document results. Ей норм. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Мне это не нравится. Вот примерно настолько мне это не нравится. Даже больше. Она на меня нападет в конце, да? Document results. Записывайте результаты. Нет, все в порядке. Begin audio prompt in 3. Начинай. 2, 1.
It's a new day. It's your time to shine. It's time to take your career into your own hands. You've saved money your whole life. Great. Ты сохранял свои деньги целую жизнь. Отлично. Теперь настало время взять шанс. Это тысячный процент того, чтобы вернуть свои деньги. Мы хотим, чтобы ты стал... Чтобы ты купил себе пиццерию. То, что может сделать человек без каких-либо проблем. Да, это много денег, конечно. И это значит, что это безопасно и лукративно. With your initial investment, you'll receive everything you need. С нашей помощью вы получите все, что вам нужно: избушку, стулья, электричество и чью-то руку. Don't forget about the money you had left over. Но не оставляйте свои деньги без присмотра, те, которые остались. Используйте их для того, чтобы купить детей и аниматроников. And much, much more. Now, let's take a look at a few things that will help you get started as a Fazbear Entertainment franchisee. Вот вам советы. Such as atmosphere. Создайте атмосферу. Такую атмосферу, чтобы вот этот вот ребенок с таким счастьем ел пиццу. Создайте много наслаждений. Сделайте такие наслаждения, чтобы детям хотелось к вам возвращаться. Этот парень похож на ребенка, который хочет от себя спастись. Сохраняйте деньги и тратьте их для того, чтобы новое улучшать. Не покупайте ничего подозрительного. Но вы можете купить. Это хорошее дело. Но есть вещи, которые вам нужно учитывать. Законность. Продается так, как есть, вы можете умереть. Aside from the daily risk of lawsuits, there's also the risk that something might be hiding inside whatever you just purchased. Если вы покупаете что-то подозрительное, из этого может выбраться аниматроник. That would only be a serious danger if there were something outside that's been trying to get in. Кто-то умер у вас в пиццерии, which we are not confirming to be the case. This is the amount of help we are legally obligated to provide. Кинули 5 судебных исков. Remember, you are now the face of the newly rebranded Freddy Fazbear's Pizza. Лицо новой пиццерии Фредди Фазбер. And let's make some money. Улыбайся с честью и давай забахать денег. Responsible for disappearance, death, or dismemberment. Oh, класс. Пиццерия Фредди Фазбер не ответственна за то, что у вас может пропасть быть рука или жизнь. Здорово. Короче, если ты вдруг не понял, главный герой, то есть я и ты, мы решили купить себе пиццерию. Да, вот просто мы решили купить себе пиццерию, почему бы и нет. Мы копили деньги со своих завтраков, обедов, ужинов, всего на свете мы копили деньги. И накопили, наконец, деньги на то, чтобы вложиться в пиццерию Фредди Фазбер. Лучше б я вложился в художную, я не знаю, там, по крайней мере, меня б не убили. И я теперь должен создавать свою собственную пиццерию своими руками. Я готов. Давайте начнем. Музыка такая, знаешь, из каких-то реклам старых. Давайте посмотрим, сколько у вас осталось денег. Отлично, этого должно быть достаточно. Сотни долларов. Давай. Все, деньги хочешь. Use the arrows in the bottom right of the item window to browse the products for each catalog. When you're finished shopping, click the button labeled Blueprint mode. Я должен, я купил себе предметов. Здесь я могу покупать себе предметы разные. Почему этого я не могу купить? Мистер Обнимашки! Я хочу мистер Обнимашки, почему его нельзя? Смотри, слышь, сколько отсылок! Я могу вот этого купить. Помнишь, да, его? Будто этих могу. Я могу их купить сейчас. Ей! За 5 баксов. Хорошо, мы купили себе новых вещей. О, здорово, бумажные ребята. Давай я сюда поставлю бочку, я сюда поставлю коробку. Приходите к нам, дети, у нас есть бочка, коробка, столы, стена одна. Больше стен нету. Я не знаю, приходите к нам. У нас даже аниматроников нету, ради чего ко мне вообще дети приходят? Просто посмотреть на стену. Вау, это стена! Your restaurant is now officially open. Теперь ваш ресторан открыт. That doesn't mean your job is finished. Но это не значит, что ваша работа закончена. You have a lot of work to do. У вас есть много работы. Пока люди едят их еду. From your terminal, you have supplies to buy. В своем терминале вам нужно покупать вещи и делать починки. Once you've taken care of all the items on your to-do list,
You can log off for the day. Вы можете отключиться и сваливать оттуда. Money for supplies and repairs comes out of все починки и покупки вещей, они бесплатные. Поэтому не волнуйтесь. Единственные деньги, о котором вам нужно беспокоиться, это оборудование, которое вы купите для своего офиса. То есть я могу улучшать свой офис. Все, о чем нужно беспокоиться, это то, что терминал и вентиляция довольно громкие. Не было бы это проблемой, если бы в вентиляции никого не было. Но ведь кто-то может быть в вентиляции. И вам нужно как-то защищаться. Вы можете выключить свой терминал или вентиляцию в любое время, чтобы не привлекать к себе внимания. Также, если вы будете светить туда фонариком прямо в табло тому, кто пытается к вам приползти, тогда он свалит оттуда, скотина такая, мать его. Также есть звуковая система, которая будет обнаружать кого угодно, и звуки издавать вы можете. Только помните, что у вас только одна может активироваться. Просто отключитесь, когда вы закончите, и вы можете пойти купить себе кофе. Что? То есть, во время того, как дети в другой комнате в данный момент едят, веселятся, играются с одной коробкой и одной бочкой, потому что это самые веселые игрушки для детей. Блядь! У меня ж не было аниматроника, какого хера ты напал? Ну так вот, пока они играются, я должен развлекать аниматроников. Ей! Окей. Я реально не ожидал того, что сейчас на меня нападут. Эта игра содержит много громких звуков, светяшек, несколько скримерков и много веселья. Это напоминает Funtime Freddy. Он вот так вот говорит тоже, типа It's gonna be fun. Немножечко похоже на Пеннивайза. Да хорош, я понял, весело. Прям обвеселюсь весь полностью. Обмазываться буду весельем, что прям ужас. Я могу это пропустить? Это похоже на арты, которые рисовала девчонка какая-то, и когда-то у нее спрашивал разрешение. Только что у Фокси был попугай. Мне нравится эта музыка. Хорошо, поехали. В этот раз я не ошибусь. В этот раз все будет нормально. Надеюсь. А эта музыка мне напоминает какой-то, знаешь, а ты не знаешь. А я и не скажу. Все, вот так вот. Так, хорошо, я должен все проверять, и при этом... Is now officially open. Awesome. That doesn't mean your job is finished, however. You have a lot of work to do. А как я сейчас это сделал? Eat their pizza in the other room. From your terminal, you have supplies to buy. Papers to print and repairs to make. Once you've taken care of all the items on your to-do list, you can log off for the day. Могу я тебя как-нибудь, пожалуйста, ну, закрыть? Money for supplies and repairs comes out of petty cash, so don't worry about it coming out of your pocket. We've got you covered. The only money you have to worry about is if you choose to upgrade any of the equipment in your office. Now, onto other matters. Вот смотри, something to be aware of is that the ventilation system and your terminal are pretty loud and may prevent you from hearing things in adjoining air vents. 10 секунд на то, чтобы починить это все, если смотрю на компьютер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. You can shut off your terminal and the ventilation system at any time to decrease the amount of attention you're drawing to yourself. Also, shining your light directly into a vent will most likely prevent anything from jumping out. Да, отлично. То есть я могу отворачиваться в это время. Понятно. Давай принтовать флайеры. There is a motion detector, an audio decoy. Также мы можем еще сейчас проверить, кто это ко мне пришел. Я думаю, что ко мне пришли просто потому, что я не двигался. Так, я буду выключать вентиляцию. У меня справа внизу показаны градусы. Хорошо, захлопни варежку, надоел. У меня, короче говоря, справа внизу показано количество градусов, которые у меня останутся. То есть я тут заварюсь. Тут 60 градусов, вы охерели? Я что вообще за сверхчеловек? Как я терплю 80 градусов? Это невозможно. По-моему, я только что... Он сверху. Я только что видел какую-то хрень сверху. Давай я издам туда звук. Он теперь там. Класс. Все, теперь я буду делать меню. Понятно. Выключу звуки. То есть у меня, я могу
Ага, я могу принтовать всякие шняги, творить вот эту вот всю хрень. Но главное, не переключаться. Так, иначе будет хана. Справа. Черный аниматроник справа, черный Фредди. Мы придумаем им название потом. Пока что мне нужно собраться и пройти хотя бы первую ночь. Да ты задрал, хорош. Скорее. Вентиляция, поехали, проверяем. Так, выруби. Он там. Давай вот это включи. Сканирование. Давай туалеты починим. Я не могу ничего вообще делать. Вот вообще ничего. Я не могу смотреть ни на кого. Я не могу творить никаких важных вещей. В то время как все это происходит, и мне надо бы потише говорить, потому что иначе я не слышу аниматроника. Что это за клоун нарисован? Чини печь. Давай, чини печь скорее. От этой печи зависит твоя жизнь. Иначе придет Фредди и починит тебе печь. Почистит тебе. Ты этого не хочешь. Я знаю, что это не лучшая шутка. Так, давай проверим. Я ничего не вижу. Ну давай я издам сюда звук. Вот сюда давай. Ладно, давай я просто почищу бульбочки и все. Мне надо заменить эти, как их? Ну скажи, лампочки заменить. Что-то слышу. Там какие-то почистили. Отключаемся. Great job. Да! It looks like you're getting the hang of this. Хорошая работа, похоже, ты справился. Я понятия не имею, как я это провернул. Вообще не знаю. У нас в конце недели будет тусовка. Доживи до тусовки, и тогда ты докажешь, что ты отличный работник. И мы знаем, что ты можешь быть отличным работником. Почему всегда вечеринка? Почему во ФНАФе всегда везде вечеринка? Мы поздравляем вас в том, что вы закончили первый день. Но пока это не закончено. Есть еще одна вещь, которую вы должны проверить. Это проверить аниматроника, которого вы нашли на аллее. Вещи находятся там довольно часто. И мы знаем, что они могут быть использованы для тусовок. Что даст вам больше денег. Но так же, как и совсем здесь, это приходит с рисками. Ты можешь выкинуть эту игрушку, но если ты ее выкинешь, тогда ты потеряешь деньги. Но иначе ты можешь умереть. Если вы захотите вернуть это к себе, тогда вы должны все проверить. Check on the animatronic frequently. Проверьте аниматроника. Если вы чувствуете, что он нестабилен, тогда используйте по нему электричество, херачьте ему от души. Если вы используете больше трех, тогда он будет поломан. Мы не уверены, откуда аниматроник взялся там. Вы должны проверить его полностью перед тем, как скажете, что он подходит. Или вы можете его просто выкинуть. Пожалуйста, проверьтесь и решите сейчас. Я могу выкинуть аниматроника, а могу взять его к себе на работу. Тогда он даст мне больше денег. Я почти уверен, что если я его возьму, это приведет к проблемам. Мы не ищем легких путей. Вы решили продолжить. Помните, что у вас есть электричество. И херачьте от души, если вдруг чего. Если он будет нестабилен. Вы можете использовать это только три раза. Да-да-да, я понял. Хорошо. Вроде бы он не двигается. Эти звуки похожи на, блин, человека-соседа. Запишите результаты. Нет. Он не двинулся. Это похоже, знаешь, на то, будто какой-то чувак сверлит, там что-то пилит, вот это вот что-то таскает, там какую-то каретку туда-сюда, кровать железную таскает попу. Может, его просто бесит эти звуки, и он такой подходит, типа... Так ты, мать твою. Если ты сейчас не выключишь этот диктофон, я выключу тебя. И все. Ну, вроде нет. Begin audio prompt. По-моему, он двинулся. 2, 1. Мне показалось? Следи за ним внимательно.
По-моему, он двинулся. Но я не уверен. Я могу тебе на носик тыкнуть? Пока все нормально. Если что, я возьму... Document results. Зарешите результат. Он точно двинулся? А можно нет? Я могу его сейчас херакнуть, но я не хочу его бить лишний раз. Мне жалко. Нет, на самом деле... Document results. Запишите результат. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Возможно, опять же, тебе кажется, это вообще какой-то завод. Слышь, ты хочешь на завод? Будешь уёживаться, я тебя туда отправлю. Сделаю из тебя охрененную кофеварку. И вообще, я тебе такую запилю. Запилю сделаю, что ты охренеешь. Ну что? Поездюк, ты будешь меня атаковать, нет? Давай ты не будешь, и мы пойдем работать вместе нормально. Мы будем друзьями, мы будем отличными, хорошими друзьями. Я тебе кофеек буду приносить. Я не знаю, что вы, роботы, любите. Смазку дам. Что? Я тебе предлагал такие хорошие предложения? Ну все. Вы потеряли штуку. И что-то не так в вашей пиццерии. Это нехорошо. Совсем нехорошо. Не, подожди. А мне все равно дали 500 рублей за то, что я... типа, вернул робота. Ладно, ребят, напишите в комментариях, что вы думаете об этой игре. Я думаю, что пока что мы закончим с тобою. Прикольно. Мне нравится, что Скотт наконец отошел от обычного своего отношения к играм. Хотя, все же, Т-Джок. Если, мне кажется, если бы он сделал, как это сделано в Т-Джоке, было бы гораздо более круто и сасно, но... Окей, Скотт решает сам, это тоже интересно. Это, по крайней мере, интересно. Потом это может быть еще и очень интересно. Ладно, надеюсь, вам понравилось, и пока-пока-пока. Удачи!